На санитарном захоронении советских военнопленных под Выборгом завершился первый этап поисковой операции. На месте работают студенты из Казани, поисковики Выборгского района. Им удалось поднять останки нескольких красноармейцев. Найдены 6 солдатских медальонов. По ним рассчитывают установить фамилии погибших воинов. По предварительным данным, здесь захоронены военнопленные, которые в свое время проходили и частичное лечение в госпиталях финских. По предварительным данным, в этом захоронении находится около 1200 человек. Схему расположения санитарного захоронения поисковикам передал житель Финляндии. Найденные останки красноармейцев в августе этого года планируют перезахоронить на одном из воинских мемориалов Выборгского района.